8 июля по нашей стране отметили самый теплый праздник – День семьи, любви и верности. Этот праздник посвящен святым Петру и Февронии Муромским, покровителям брака в православии. В этот день мы узнали у горожан, какие традиции есть в их семьях. Каждый праздник, любой и день рождения, любое событие, мы всегда собираемся вместе. Это у нас традиция. Традиции у нас таковы, что, наверное, с первого дня нашей совместной жизни и на свадьбе, и на всех мероприятиях у нас все друзья присутствуют. Встречаемся на конкурсах, фестивалях, на отдыхе, в походах. Вся семья подвижная. Мы очень любим вместе собираться за семейным ужином. Выбираемся на природу с семьей. С самоваром, с казаном, с сухой, зовем соседей. Эти традиции считаю наиболее самыми приятными, которые сплочают семью и вообще людей. Всегда собираюсь на Новый год всей семьей. Это был самый семейный праздник, который до сих пор мы обожаем. И ждем его каждый год, чтобы собраться со всех уголков Российской Федерации одной большой семьей. И поздравить друг друга. Мы каждый год катаемся обязательно на лыжах. Это тоже традиция. То есть всей семьей берем, собираемся, идем. Детям все время говорю, хотите, не хотите, но матери нужно хотя бы один день в неделю уделить.